Чтобы к 2050 году все запланированное в послании народу президентом страны удалось выполнить, уже сегодня молодежи нужно вникнуть в каждое поручение, данное главой государства, уверены педагоги. Потому на встрече со студентами Южно-Казахстанского педагогического колледжа учителя отошли от стандартных разъяснений главного стратегического документа страны и использовали слайды, фильмы и презентации с участием студентов колледжа. Учащиеся третьего курса Акжана Исенбекова уверена, сегодня в стране есть все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя. На данный момент мы будущее Казахстана, и мы должны стремиться к тому, чтобы каждый из нас вкладывал свой определенный вклад в развитие нашей страны. То есть мы должны делать каждое свое дело качественно и правильно, чтобы это дало свои плоды. За круглым столом в стенах ЮКПК опытные педагоги наглядно показали свои умения и навыки применения инновационных технологий, которые так необходимы государству. Стратегия «Казахстан-2050» представляет собой детальный, четкий план действий на будущее. Наметить новые планы решили и учащиеся колледжа. До этого послания президента, конечно, в каждой группе разбиралась с кураторами. Были определены цели и задачи, конкретно наши, для того, чтобы достичь тех задач, которые поставил президент в своем послании. Основной идеей, конечно, данного послания мы считаем развитие независимости нашей республики и создание вот этой преемственной идеи «Мангалик ель». Вечный народ. В завершении встречи собравшиеся подытожили, что именно от развития инновационных технологий зависит будущее нашей страны. И как отметили студенты, теперь они готовы приложить все свои силы для успешной реализации послания.